В Тверской области ведется серьезная работа по поддержке больших семей. В регионе действует целый комплекс мер. Это и помощь в приобретении семейного автомобиля, и материнский капитал, и, конечно же, обеспечение школьной формой. Это стало серьезным подспорьем для больших семей, где зачастую сразу нужно подготовить к школе несколько детей. Ежегодно список мер и их получателей расширяется. Этот год не стал исключением. В преддверии нового учебного года также грядут нововведения. О них расскажет наш корреспондент. Основной реестр получателей школьной формы в Тверской области уже сформирован. В этом году школьную форму получат 21 157 детей из больших семей и еще 678 ребятишек, которые взяты под опеку многодетными родителями. Это учащиеся с 1 по 11 классы. На сегодняшний день пошито около 70% комплектов школьной формы. Эта региональная мера поддержки больших семей реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». В Тверской области бесплатную школьную форму для детей из многодетных семей на этот год начнут выдавать 17 июля. При этом уровень дохода семьи не учитывается. Это все многодетные семьи могут воспользоваться этой мерой поддержки. Даже если ребенок старше 18 лет, до 21 года, если ребенок учится в СПО, либо высшее образование, то мы также детей будем снабжать формой, которые ходят в школу, так сказать, там, до 18 лет. Поэтому это и сейчас вот обсуждаем подарки к первому классу, это и школьные принадлежности. В 2022 году школьной формой обеспечены 23 904 ученика из многодетных и больших опекунских семей. Родителям необходимо проконтролировать включение своего ребенка в список на выдачу формы. Кроме того, если произошла ошибка с цветом или размером, все можно исправить. Если что-то не подошло, размер не подошел, ребенок вырос или что-то не понравилось по цвету, например, комплект школьной формы всегда можно поменять. Для этого необходимо обратиться в образовательную организацию, в школу, где учится ваш ребенок, написать заявление в произвольной форме о том, почему не подошло и что надо получить взамен. Вот здесь надо правильно указать все размеры, параметры, цвет. Администрация школы уже отправит заявление к предприятию, которое отшивает комплекты школьной формы, где ее заменят на ту, которая нужна в кратчайшие сроки. Главное для родителей – не паниковать и вовремя написать обращение. Кроме школьной формы, еще одна популярная мера поддержки среди многодетных родителей – это сертификат на приобретение автомобиля. Когда семья 5+, у нас 5 детей – мы выделяли раньше 1 000 000 рублей для приобретения автотранспорта. Приняли решение, что цифра у нас повышается, сумма, которую мы выделяем, до 1,5 миллиона рублей. Это будет с 1 сентября текущего года. Перечень транспорта, который можно будет приобрести, будет расширен. В ближайшее время будут приняты все необходимые решения, поэтому те, кто еще не применил свои сертификаты, смогут обменять их на новые, отметил глава региона. Напомним, что в прошлом году было приобретено 30 автомобилей для многодетных семей. Губернатор подчеркнул, сегодня в регионе особое внимание уделяется поддержке многодетных. В Тверской области количество таких семей увеличилось почти на треть с 2010 года. На октябрь 2022 их в регионе было более 14 тысяч, рассказали в Министерстве демографической и социальной политики. А количество детей, воспитывающихся в таких семьях, подбирается к цифре в 50 000.